Вот так вот. Ове, ты смотришь Perpetus Play. Меня зовут Саша. Орки должны умереть еще раз. И они сделают это. В грязевых дырах сегодня. Кстати, да, я тот уровень, где хуже всего отработал послушник, ученик, защитника этих наших крепостей. Я его отработал по новой и поставил там просто ребят, заградили на отряд, и они все сделали. Какой-то поршень им дали, да? Интересно, так, здесь дверь. Нас осталось до защиты крепостей. Два портала, нормально. И здесь дверь. Ну! Раз так. Я даже не знаю, можно попробовать перекрыть, но что-то мне кажется, что тут до хрена всего перекрывать. Здесь перекрывать. Там перекрывать. Тут Не-не-не-не. Наверное, перекрывать мы ничего не будем. Будем пытаться как-то своими силами. Не, подожди, я еще, наверное, вот эту штучку возьму. Мало ли пригодится, да? Этих ребят это не будем брать. Ну, поршень этот попробуем, да? И вот эту штуку, наверное. Стоит глянуть. Окей. Поршни недорогие. В принципе, их можно поставить здесь много. Поможет ли оно здесь? А мы сейчас это увидим, в принципе. Мы это сейчас быстренько проверим. Блин, а если они не отсюда пойдут первой волной, а оттуда? А, сука. Ну ладно, я там буду отстреливаться. Значит, я там буду отстреливаться. Пока что все на поршнях держится. У меня здесь. Будем шевелить. Поршнями здесь не поставить, да? Хорошо, тогда я здесь прям хорошенько так... Законопачу. Даже, наверное, сделаем как-то вот так. Осторожно, возможен летальный исход. Чтобы они толпой шли. Вот. Ну, посмотрим. Так, давай-ка я не здесь буду начинать, чтобы бежать недалеко, а вот где-то посередине. И? Все-таки там, да? Хорошо. Ребят прорываются пока что. Без особых стараний прорываются на самом деле. Сейчас посмотрим, насколько эти поршни эффективны. Ну, в принципе, срабатывают, но не всегда. Потому что не все орки организованные ребята. И вот уже мы чуть не пропустили одного пацана. Ну, как-то работает. Ладно, так. А что, если вот эту штуку поставить здесь где-то? Не уверен, насколько она хороша. Так, откуда идем? Отсюда, да? Хорошо, давай. Насколько она плоха, насколько неплоха. Так, наверное, я перейду на эту хрень, просто потому что... Магии дохера. Отлично. В принципе, можно подставлять орков еще вот с собою, как бы. Сука, да ты издеваешься! Это перелет! Это, мать моего, откровенный перелет! Стой! Так, ну не знаю, что-то работает, что-то не работает. Как-то что-то идет, но как-то что-то и не идет. Ладно, давай дальше. Ага, вы, ребята, да? Понеслась. Замочил большую часть. Сдохни, твою мать! Сука, ну... Вот. Рано активировать ловушки, рано. Ну вот, понеслась уже. Я чуть сейчас в пропасть-то не угодил сам. Ну ничего страшного, я думаю.
Мы приноровимся, и будет все хорошо. По-моему, она не добивает так далеко. Эти лапы так далеко не бьют. Такс. Короче, пока что мне что-то говорит, что все не так радужно, как хотелось бы. Ладно. Ставим здесь эти штуки. Это очень пригодится. Я еще даже не понял, как работают эти мухобойки херовы. Как-то они работают весьма специфическим образом. Блин. Не знаю, здесь мне видится интересно будет с... смотреться вот эта хрень, мне кажется. О, да, блистательно. Не знаю, но похоже, что самый простой вариант не всегда самый плохой. Так, теперь... А я не вижу, оттуда вроде не идут. Пока что. Пока что не идут, и я могу себе позволить похулиганить этими руками. Такс. Им это понравится. Не, давай все-таки эти здесь еще. Пока что все еще отсюда. Если хорошо прицеливается, то порой бивает в голову сразу. Но это еще, сука, попробуй прицелься, да? Здесь 8 волн. И самое веселое начнется, конечно же, на 8, да? Готов заниматься этим весь день. А теперь они, очевидно, пойдут с двух сторон сразу, да? Блин. Ну ладно, здесь вот эти штуки. Здесь еще больше вот этих штук. А тут бы неплохо тоже эти штуки поставить, если честно. Пора на пикник. Здесь. Так-с. Где целесообразнее выставить эти штуковины? Я думаю, где-то здесь. Они явно будут прорываться жестко, но ладно, давай попробуем. Мне кажется, там я защищен лучше, чем здесь. Отсюда пока никто не идет. Я думаю, они это исправят. Достаточно быстро. А уже исправляют. Все, забываю, что это хрень. Мило. Недальнобойная. Но здесь... Смотри, как работает, а? Пока что справляемся. Мне кажется, здесь плохая оборона у нас. Я так думаю. Вот и усилимся. Приходится жопу бегать, конечно, рвать. Этих полудурков еще нормально хрен отстрелишь. Не факт, что там идут. Уже прямо. Так, ладно. А теперь идут. Я прямо это вижу. Прямо вижу! Честно говоря, мне так не нравится этот режим сраного веника. Серьезно.
Я его терпеть не могу, когда приходится бегать туда-сюда, туда... Что, все? А, да, я совсем забыл про эту хрень. Которая в целом... Охренеть, как помогает! Молодец! Ладно. Исправился под конец, да? Такс, такс, такс. Я думаю, не стоит забывать про эту хрень. О, да, блистательно. Вообще не стоит забывать. Ну давайте, ребят. Последние были выставлены буквально, знаешь, наугад. А хрен знает, где они жестче бегут. Мне кажется, наверху. Да блин, опять я по старому маршруту. Твою мать! Это облом. Это облом. Но нет, нормально, мы справились. Мне кажется, у нас здесь прорыв. Нет, пока нормально все. Ладно. Сейчас снесем здесь основную массу. Блин, прорываются, да? Сука! Один прошел. Это твою мать, а? Серьезно, один? Серьезно, мать твою, один? Нет, шесть. Откуда еще шесть? Еще пять. А-а-а. Не, очевидно, здесь надо немножко с другой тактикой подходить. Что насчет улучшений у нас? Что насчет улучшений? Улучшить, что ли, вот эту хрень? Прям хороша. Или вот эту. Я думаю, об этом я не пожалею еще. Пригодится. Посмотрим, что дальше улучшим. Может быть, дадут что-то кардинально новое, принципиально новое. Хранительницы. Серьезно? А что они делают-то вообще? Я был паршивым учителем, а он еще худшим учеником. Тупой и слишком упрямый, чтобы сосредоточиться на основах. Класс. И потому Альянс отправил его ко мне. Самые одаренные учились у более терпеливых магов. Мне же досталась эта бестолочь. По иронии судьбы, все эти молодые блестящие умы мертвы, и их наставники тоже. Погибли, пытаясь защитить портал. И теперь, без сомнения, мир обречен. Боевых магов осталось слишком мало. Я посмеюсь, если последней надеждой Альянса станет он. А как же так случилось-то, что все молодые и мощные? Хранительницы Альянса через портал Хаоса. Хранительницы прочли все древние книги. У них можно будет разжиться магическими штуковинами. Что, для красоты, что ли? А, допустим, аппендицит какой-то. А неужели здесь один портал? Допустим. Куда это ведет? Ну да, какой там в задницу один? Хотя... Нет, портал действительно один. Исходятся у него орчики таким образом, что охранять мне нужно два прохода отдельно, да? Я люблю это говно. Ну ладно, конечно. Конечно. Так, в принципе, если эта хрень не будет перебрасывать, то можно ее заюзать. Она неплохо справлялась. Прям неплохо. Эти ребята, я не знаю, пригодятся или нет эта штука здесь. Точно не нужна вот эта вот, может быть. Блин. Эта хрень пригождается всегда. Не знаю насчет лучников. Вот эта хрень, да, и вот эта хрень, да. Может быть, даже вот эту вот попробуем как-то.
А что там с хранительницами? М? В. Сталь. Улучшение оружия и заклинания игрока. Угу. Неплохо, неплохо. На 66 больше монет. А здесь что такое? Игрок получает огненный арбалет и святой клинок. Но это подразумевает дрочку, да? Когда ты бегаешь и разрываешь жопу себе. Угу. Интересная тема эти хранительницы. Вот это мне нравится. Можно купить сейчас? А, нужно сначала определиться. Ладно, хорошо, окей. Я так много хочу тебе показать. А я так много хочу купить, но у меня так мало денег. Херня. Вот это мне нравится. Другое дело, что у меня на ловушек не остается. Колющие и режущие ловушки наносят 50% больше урона за счет кровопотери. Все механические ловушки мощнее и наносят ущерб даже огром. Не уверен. Не уверен пока что. Пока давай так. Пока что так. Я так и думала. Что же я так и не думал. В итоге у меня нет денег на то, чтобы что. Чтобы все, у меня нет денег. Вот если я здесь поставлю, оно перебросит? Ладно, давай разберемся, откуда они идут. У меня все равно не хватит денег нормально, чтобы... Класс! Молодцы, на. Благо, начинает хотя бы только с одной дырки пилить. Единственное, что, конечно, неплохо бы ловушки выставить так, чтобы деньги зарабатывать, да? Но денег-то у меня, в принципе, нет на ловушке. На чем тут нахрен заработаешь? Ладно, давай пробуем. Надо было, конечно, подождать, покуда они добегут, но ладно. Давай, наверное, давай. А здесь прокатит такая тема? Я думаю, да. Да, специально для нас. Здесь прокатит и здесь прокатит. Но мы их, пожалуй, дождемся. Здесь. Хоть это и крайне близко к порталу, но ничего страшного. Работаем? Колющие режущие надо апгрейдить, да? Очевидно. Знаешь, огненный арбалет мне сейчас не кажется такой плохой мыслью. Вот в этот момент прямо. Думаю, что мне нужно еще здесь таких ставить. Это будет больно. О! А что это такое? Террасия крепкая. Подожди, откуда он идет? Сюда. Гнол охотник! Крепкий, сука! И где монета моя? Я думаю, мы все-таки улучшим вот эту штуку, да? Это не знаю. Вот не знаю все. Окей. Ты еще вернешься. Да, блин. Я еще вернусь. Пока что вот эти штуковины мне кажутся лучшим из вариантов. Но это пока что. Тем более, что я все на колюще-режущие, да, потратил здесь. Вот тут еще, конечно, неплохо одно зафигачить, когда будут деньги. Ну давай мы посмотрим. Примеряемся. На самом деле тут... Да, не угадал.
Все сводится к тому, что... Не с первого раза. Все получится, да? Кстати, они пошли через вторые врата. Наверное, я их... Подпущу поближе. А этих ребят перебьют? Что, отсюда не идут? Странно, мне показалось, что пошли. Вот тут я их, конечно, порвал лихо, но... Почему мне показалось, что они идут через другую дырку? Хрен знает, почему мне так показалось. А можно ли поставить вот прям... Нет, жаль. А, вот так, да? Давай. А теперь там, да? Теперь точно там. Окей. Что думаете, я не справлюсь? Я справлюсь, ребята. Это всего лишь какая-то там пятая волна. Я очень сомневаюсь, что вы сумеете. И все-таки надо было, наверное, ставить отбрасывающие ловушки, да? А мне кажется, или магия начинает быстрее полняться, когда я их убиваю? Я не могу этого понять никак. Смотрю и не вижу разницы. Интересно, насколько крут огненный арбалет. Да? Ладно, попробуем быстренько, да? Соорудить здесь. Блин, они же будут биться. Нет, тут не подойдет. Это надо там делать все. Там потолки низкие, а здесь может быть... Вам понравится. Стоять. Подожди, а там тоже они пошли? Да. Здесь можно попробовать эту хрень. Но не факт, что он дотолкнет его. Попробуем, посмотрим, поглядим. А вот тут эта хреновина, в принципе, работает неплохо, да? Да. Вот гнол! Гнол должен быть повержен. Что-то его не берет, эта хрень. Слушай, а гнолы что, охотятся исключительно за мной? Ни хера себе. Откуда это гнол прибежал ко мне? Нифигово. Или он вернулся просто, был второй. И какая-то тварь проскочила. Явно это было что-то... Что это было вообще? Что-то было. А что хрен знает. Ладно, давай просто законопатим здесь этими штуками. А тут я все-таки склоняюсь, потому что это пригодится. От этого может остаться шрамик. Даже если не долетят, я не знаю, пробуем как-то. Это уже так, чисто хрен знает, что такое. Так, почему я здесь не поставил его, да? Ну-ка, испытайте эту штуку. Это хороший вопрос. Так. Я не знаю, где я больше перекрыл. Но мне кажется, там внизу. Ладно, посмотрим. Я так понимаю, они пошли с двух сторон, да? Мило. В целом оно работает здесь.
В целом работает. Сука, кто ж пробегает? Это мелочь эта пузатая пробегает? Или я просто по одному их как-то пропускаю здесь? Хер поймешь. Так, ну это уже точно эти скороходы сраные. Прям над головой. Прям над головой бегает. Ну, не знаю. Давай еще одну здесь воткнем. Нормально. Чё так до хрена, а? Почему так до хрена? Я не уверен, но можно попробовать, в принципе, и здесь поставить эти хреновины. А давай так. О! Класс! Зря я там их поставил, буду иметь в виду. Ага. Да, точно. Опять гнолы, да? Вижу, вижу, уже бежит там. Когда-нибудь сдохнешь или нет? В принципе, гнол в голову снимается только так. Вот это я выскочил. Давай уже умри. Где? Да ладно. Сука, один пробежал. Это явно гнол, да? А, он за мной прямо. Он прям не пробежал, он за мной. Пошел. Ага, комбо, комбо. Сука! Когда они там проходят? И еще один пробежал. Это что, гнол, что ли? Ну, типа, девяточка. Не, на самом деле, здесь эти шипы не очень. А вот сбрасывающих надо было бы побольше, да? Прям побольше. И тогда бы, может, все получилось. Посмотрим. Но мне кажется, у меня нет еще этих приспособ, которые мне хотелось бы сейчас улучшить. Ладно, поехали дальше. Браслет огня. А вот это интересно. Что он там дает? Все же за магию, да? Браслеты огня из закромов Альянса? Круто! Ага. Хрустящие орки двойной прожарки с пылу с жару. Угу. Но я бы вообще путь напрямик, я бы, конечно, заблокировал. Это бы я, конечно, заблокировал. Три двери, но они все сходятся здесь. Так, что это такое? Огненные шары по группам врагов. Ну, попробуем. Мне понадобится это. Это, может быть, это не факт. Подожди. Ну, сюда их хрен сбросишь так просто, да? Сбрасывающие не подойдут. Не, вот эта штука, в принципе, мне здесь пригодится, наверное. Это да. Это тоже может быть там. Дальше. Вот здесь. Лучники могут здесь хорошо постоять, да?
Могут. Могут отлично постоять. Что же мне такого не взять? Вот эту штуку, она не так эффективна, как хотелось бы, да? Окей. Окей. Давай попробуем. В принципе, я думаю, нам надо лучников сконцентрировать здесь. Но прежде чем их тут концентрировать, нужно неплохо так законопатить здесь. Тут у нас новая отделка. Насчет этой тетки. Да? Попробовать самому вытянуть. Можно. Замораживание огня. Ладно, давай попробую я сам вытянуть с помощью этого дела. Бери, окей, да, нужно. Беру, что нужно. И больше ничего, у меня нет денег. Вот это еще хочется. Ну попробуем. Я просто хочу посмотреть, что там этот арбалет дает. Огненный. Понеслась. Посмотрим. Я понимаю, что это затея как тогда. Так себе, но. Они прорываются. Но они горят, кстати. Так, давайте попробуем теперь. О. О. А это неплохо было. Это вполне себе, да? Мне надо больше замедляющих там поставить, на самом деле. И в принципе, знаешь... Я вдруг начал верить в свои силы в таком раскладе. Надо их собрать здесь в большую кучу. И хорошенько зажарить, да? Жаль, не загорается-то нефть или что это такое. Ребят, ну перестаньте так. Много вас как-то многовато. Да, в принципе, неплохо. А что там я могу еще сделать? О, да. Не трать это понапрасну. Да-да-да, а это что такое? Это лед. А это что? Больше манны. А, так все-таки дают, но заряженные. Давай. Короче, зарядился по полной. Понеслась. Сейчас будет жестко. Но недаром же он такой красненький у меня. Сука, наискосок вообще хрен нормально попадешь. Но, в принципе, порезал их неплохо. Что там? 20 сразу, да? Слушай, а чувствуется, что усилен ты фаербол? Чувствуется, что фаерболушка-то хорош. Но мне нужно больше здесь времени для замедления, да? О! Это переломный момент, когда можно начать юзать пушки, да? Но я пока не хочу. Арбалет, оглушающий удар арбалетом я тоже не хочу. А вот тут как будто бы хочу. Вот так, чтобы было. Сейчас будет жесть просто полная. Это всего лишь была четвертая волна. Была. Ладно, но с этим я справлюсь, с арбалетом. Без фаерболов. А этому в голову
Да, в принципе, не важно, арбалетом или фаерболом. Насколько я понимаю. В целом, да? А можно... нет, нельзя сейчас взять. Вот я бы здесь огня бы поставил, да? Но нет, так нет. Нет, и хер с ним. Ага. Не, конечно, когда не целишься, это такое себе дело. Отлично. Найс. Просто шикарно горят, ребята. Одна из лучших связок, хотя была вроде как спорной, но одна из лучших связок получилась на данный момент. Прямо испепеляет. Но не думаю, что стоит останавливаться на достигнутом, да? Оу, да. Кому еще ловушу? Мне, мне! Это всего шестая волна, даже. А может быть, стоит за спиной ребят поставить? Я, правда, их не прокачивал ни разу, но... Это разве помеха, да? А, ладно. Просто, чтобы горели. Зря я, конечно, потратил фаербол. Но ничего. Я все контролирую, правильно? Найс, горим, ребят. Да подожди. Вот оно что. В принципе, здесь я это поставлю обязательно. Таким образом, да? Ну так, чтобы наверняка, да? Вот, а также, я думаю, это будет, конечно, ну такое себе. Тем более на возвышенности их хорошо бы поставить. Так что, наверное, все-таки здесь законопачу. Укажите мне, готов выполнить приказ. По три штучки. Я думаю, они мне помогут. Готов выполнить приказ. Устроим оркам прям жопу здесь. Именно вот в этом месте. Понеслась. Седьмая волна. А, блин. Ладно. Я накрою их всех здесь. Плотным шквальным огнем. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бум. Справился. Не со всеми. Ну ты чё, ну перестань. Нормально. И ребята помогают. Все отлично вообще идет. Найс. Мне понравилась эта связка, кстати. В принципе, там, где можно орков поймать в одном узком пространстве, надеяться на свои силы очень даже можно теперь еще. Хорошо берет. Я устанавливаю правила. Я, пожалуй, добавлю. Мне понравилось. Служу Альянсу. Жду приказаний. Сначала с этой стороны. А потом на туда кину. Рассчитываю на двадцатку здесь. Точнее, даже на тридцатку. Сейчас будем жарить. Хорошо, идем. Комбо срабатывает. За это дают кучу денег, кстати, что не может не радовать. Потому что на эту кучу денег я, по-моему, здесь и соорудил вот этих ребят. Готов служить. Давай, мне служи. Служу, Альян, скажите, готов служить. Понеслась! Последняя волна, кстати.
грозится быть жесткой. Так, вот это мой. Только в голову, да? Только в голову. Огра пробьешь только в голову. Отлично. Комбо сыпется на ура. Там даже за 30-кратное убийство было какое-то. Кстати, неплохо отстрелили пацана. Оу! А я думал, ты же сдох. Нет. Отлично, слушай. За этот уровень столько достижений налетело. Просто прелесть. И комбо насыпал, и всякого, и вообще. Да, да-да-да, хорошая штука. А что если... А, оружие улучшать нельзя. Да, обидно, 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 обидно. Чё ж такого про апгрейд? Эту штуку, что ли? Хорошая, я тоже не жалею, когда ей пользуюсь, но... Но что, но, что, но, что, но, что, но. Хотелось эту. Но она далеко не всегда так применяется. Хорошо, как это. Ладно, давай. Просто захотелось. Не факт, что прям это супер надо было конкретно сейчас, но... О, дробилка, давилка. А дробилку только на потолок, или же на стеночку можно запихнуть? Твою мать. Итак, теперь Альянс послал меня в крепость на западных рубежах. Опасное место. Да мне плевать на опасности. Я, наверное, попробую перекрыть а хотя бы один проход. Они такие милые и смешные. А лучше два. Если я перекрою здесь и здесь, то у меня останется этот портал и дверька возле него прям, да? Давай попробуем. Я думаю, это будет неплохая мысль. Так, тебя, тебя. Это мне очень даже помогает. Это пригодится, скорее всего, здесь. Вот эти ребята. Не факт, но вообще-то неплохо. Давай попробуем сразу же новую давилку эту возьмем. Эта хрень не нужна. Здесь это может пригодиться. Может, но не факт, но может. Ну, давай попробуем. Ну, и вот это. Да. Тогда не влазят пацаны. Тогда не влазят пацаны. Значит, не факт, но вот так. Попробуем. Перекрывать надо, потому что я здесь затрахаюсь просто. Это будет жопа. Ладно. Ловушки, это так, так весело. Так. И вот так, да? Я не знаю, как они тогда их пробили. Подожди, а наверху еще будут летающие, что ли? Серьезно? А, не факт, что будут летающие наверху. Не факт. Тогда лучников наверх, может быть, и запихну. Вот сюда где-то, да. И я думаю... Зачем ждать сейчас прямо захреначить их? А с другой стороны... Я больше монет срубаю, когда сам комбо делаю огненные, да? Но это траханина. Тем более здесь по прямой так бегать не будут прямо на меня. Наверное, все-таки попробуем так. Начнем. Ага, начнем. Это пока рано. Это тоже пока рано. Интересный выбор. Да, блин, я сам думаю, что он интересный. Я не знаю, только эффективный ли он. Ну, здесь я закрыл. Попробуем стражничков вот тут организовать. Жду приказаний. Так или иначе будут проходить здесь.
готов служить. Готов, давай, пошли. Даже с двери угадал. Да, магия восстанавливается, конечно, так себе. Я уже думал, побежали рубить там эту хрень. Что, слишком близко бегут, ребят? Да нет, вроде нормально. Нормально они там бегут. Здесь неплохо было бы давилки ставить, да? А вот это будет серьезно, да, ребят? А давай, наверное, больше ребят поставим, или я уже не успеваю? В принципе, не успеваю, но кто мешает мне не успеть, да? Нормально. Ситуация под контролем. Так. Что мы здесь сделаем? Это что такое? Вот это вот. Но до этого нужно все деньги мои потратить. Рано ли? Мне кажется, рановато, чтобы тратить все мои деньги. Ну да, встречи. А, ну да, встречи. Взять, что ли, здесь перекрыть, если я не буду пользоваться дробилками? Или наоборот, перекрыть тут? Вот здесь вот три вставить, чтобы они все шли сюда. По-любому только сюда. Было бы, наверное, неплохо. О, кстати. Было бы, наверное, неплохо. И давай попробуем. Давай попробуем. Будем юздить еще давилки, раз я уже взялся за эту тему. Это будет больно. Это будет нормально. Давилки, да? Давилки. Основная масса будет лететь здесь и там. Там и здесь, тут и там. Попробуем. Тут бы еще замедление, конечно, вот здесь вот воткнуть, чтобы под давилки они входили замедленными. Да. Ладно, понеслась. Хорошо сносил-то, а? Ладно, нормально все, да? Не знаю, что-то мне не хочется доверяться одним ловушкам, хотя они там и денег больше срубают, и все такое. Но будем готовиться, да, к худшему. И пару давилок, да? Кстати, да, эти хрени тоже хороши, но... Надо же попробовать давилки в действии, да? Сука, попал! Куда ты побежал? Тебе вообще налево? Не все в курсе, что вам налево, ребят? Ладно, вы хотите сделать круг почета, да, очевидно? Проверить. Или вы хотите расхерачить мне баррикады? Нет. Это просто круг почета. Наверное, я не должен стоять на баррикадах. Иначе баррикадам хана. По 25 дают за них, но все-таки.
понятия не имею, насколько эффективны сейчас эти давилки будут. Это будет здорово. Но все-таки, да? Такс. Они хреначат ли тут мои баррикады, а? Вроде пока что нет. Пока что с баррикадами все гуд. Сука, блин! Мне кажется, или кто-то прорвался, или было 20, я не помню. Хам. Баррикады что-то дают, давилки тоже что-то дают, но... То ли давилок мало, то ли лучников мало. Мне кажется, и одного, и второго, и третьего. Ладно, давай. Раз я уже захотел ими попробовать, то будем хреначить здесь ими. Напатить все прям. Там бы еще замедлить их, да? Было бы самое то. А быстрее! Все, лучников больше нет. Здесь еще замедлить тоже надо бы. Может быть, давилки хороши. Может быть. Не всегда хватает терпения оставить работу тем орудием убийства, которые я здесь наставил. Скажем прямо, да? Абсолютно зря я так делаю. Давилки хороши, но не одними же давилками давиться-то, да? Давайте, ребят, давайте, давайте, давайте. Охота в них фаерболами пострелять, но лучники и давилки по 25 вышибают. В целом неплохо справляется, кстати. Не идеально? Это таки случилось. Но достойно. Эта штука мне нравится. Это, скажем так, страховка. Ну-ка, испытайте эту штуку. Нет денег. Нет денег испытывать штуку. Не, давай я, наверное, здесь... Оу-о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 у
Вы охренели, что ли? А ну-ка, сейчас агра будем давить. Во. Но ему особо-то много урона не наносится. Но это он хорошо меня поймал. Я оценил. Безусловно, это было мощно. Что такое, ребят? Разрушитель. Такс. В принципе, у меня здесь все работает. Да, можно было бы здесь еще их вот тут как-то брать в расход, но... На все это не хватит... у меня не на все это не хватит денег. Огненные стрелы врубить? Ребятам. Полторы тысячи, да? Две с половиной. Ладно, давай. Ты знаешь, чего хочешь. Да, знаю. А теперь еще здесь топтать их. Вот тут еще, конечно, и рубилки были бы неплохими, но ладно. Рубилок нет, есть... Прямо сюда, вот отметочка. Долбилки. Прямо сюда, вот отметочка. Я думаю, еще вот эту штуку где-нибудь... Орки,
тут. У них прям такой ходовой маршрут. Понеслась, ребят. Десятая волна, финалочка. Я так и знал, что это будете вы. Вторая партия. Насколько хороши эльфы, а? Насколько они хороши там сейчас с этими огненными стрелами, а? Камбухи лупашим только так. О! Дробилки долго перезаряжаются на самом деле. Испепелен. Блин. Это я, если что, монет решил забрать. Ребят, вы что, больные? А я считаю, идеально справились. Можно было бы еще жестче, но хорошо, хорошо. И одна и другая тактика работает, да? Работает. Не, пока что ничего не хочу улучшать. Поехали дальше. Посмотрим. Ледяной амулет. А не круче ли он, чем огненная пушка? В принципе, огненная пушка вообще никакая против огров. Особенно не улучшенная. 3000, да? Я знал, что этот голос мне не пригрезился. А, здесь у нас будет... Я ей явно не нравлюсь. Не понимаю. Не, знаешь, я не хочу, чтобы все концы сводились на мне. Эти ребята стоят чисто для расстрела летящих, да? Интересно, а летящие их снесут, если ребята будут стоять здесь? В целом могут, но мне кажется, не стоит их там ставить. Ладно, давай-ка вот эту штуку сразу берем. Тебе многому нужно научиться. Да, я знаю. Я так и думала. Слушай, я тоже так и думал. Будем пробовать. Давай обойдемся здесь без огня. Вот так. Оценим, насколько они хороши. Вот это мне пригодится здесь. Это и может быть даже... Может быть, что еще мне вот здесь пригодится-то? Что мне здесь пригодится-то еще? Здесь надо все замедлять. Вот здесь. Тогда можно будет поставить еще лучников тут. В целом. Но не факт, что отсюда они будут нормально стрелять вниз. Вот отсюда будут нормально стрелять. Тогда надо замедлять здесь, блин. Что мне здесь пригодится? Что мне здесь пригодится? Ну, мне много чего здесь пригодится, но на самом деле... Не факт. Давай попробуем тогда все же такую связку. Ну, не пояс же верности брать. Лже верности. Я сейчас думаю, что я дам им возможность убить как можно больше ребят самим. Укажите мне цель. Чтобы больше денег срубить на них, раз я уже пошел по этому пути. Укажите мне цель. Не хочется, просто не хочется повторять... Опа, перелетел. Не хочется повторять расклад, который уже был ранее с огнем. Я думаю, он здесь был бы хорош, но не факт, что я смогу его повторить. Укажите мне цель. Ибо... Укажите мне цель. Летящие здесь будут. Поглядим, насколько они круты. Как это вообще хрень стреляет? Так. Я не буду торопыжить, за них больше денег дадут, если расстреляют их лучники.
твоем разуме я вижу все темные уголки. Не намного, но больше. Эй, дамочка, обождите с флиртом. Я тут пытаюсь убивать орка. Тупят что-то лучники? И, по-моему, они зажарены уже, да? Я не уверен, но, по-моему, мои лучники великолепным образом сожжены, потому что они ни хрена не сделали. Да. Класс. Они-то встанут, конечно, но на лучников, в общем, как всегда. На лучников надейся, но сам не плашай. Ладно. Ты что? Ага, так она их уничтожает, не просто замедляет. Может быть, это и хорошо. В целом, если бы там не было моих лежащих лучников, нахрен, а были стоящие, то было бы неплохо. Не подходить к паладину! Он пока еще живой. А что же я могу сказать насчет лучников? Подвели. Ну ладно. Да пошло оно все нахрен! Тут еще и гнолов вызвали. Пошел нахер! О-о-о! Заявочка на уничтожение моих лучников, да? У тех, которые остались все еще. Не, вот здесь конкретно, я думаю, либо огненных надо делать лучников. Прям сразу же, вот сейчас же. Либо они вообще говнище. Здесь, конкретно. Застреляют так себе. Итак, это таки случилось. Раз я уже на это подписался, давай попробуем. Упор на лучников, давай попробуем. Угу. До встречи. Да. Встречи. До встречи, да. Не факт, что справятся, но ладно. Готов выполнить приказ. Блин. Теперь они огненные. Может быть, это кое-что да будет значить? Укажите мне цель. Жду приказаний. Готов выполнить приказ. Ну давай. Я им оставлю наземных все-таки, а этих попробую сам отделать. Всех. В целом неплохо. Мне нравится светомузыка. Но, честно говоря, могло быть и лучше, да? Если бы я поставил их здесь. Такой рубеж. Лишь бы их не снесли еще, да? Потому что я тогда нахрен буду делать? А их сносят. Импы эти конченые. Не топырь, блин. Сратый. Дети огня, это не импа, это дети огня.
Похавайте говна, блин, дети говня. Ные. Хрен падешь. Ладно, интересно, как... Можно, но это скорее по нетопырям, да? Это скорее по нетопырям. А хер с ним. Гулять так гулять. Кого подстрелить? Кого подстрелить? Укажите мне цель. Готов слушать. Ну а чё? В целом неплохо по этим ребятам. А, ты и тут. Надо, чтобы его прихерачил лучник какой-нибудь, да? Ну, добиваем, ребят. Пошел нахер. Мне надо спасать моих гребаных лучников, пока их не грохнули. В принципе, огненные они справляются намного лучше. Прямо в разы. Если ложить всех грёбаных нетопырей, то в принципе в целом норм. Я думаю, я бы лучше справился, если бы сделал упор на себя. Я думаю, да. Я бы и лед прокачал бы. Это было бы отлично. Вообще не видно там, по ком стрелять нахрен. Эй! Они неплохо так гасят, кстати. Недурно. А этой штукой их вообще четко снимаешь. Найс. Ну, конечно, арбалетом в рот это только так. Ребята вот стреляют, и посмотри, как мажут, а? Или это дети огня, да сраки им этот огонь, может быть так? Ладно, давай я попробую, ну, раз уже пошла такая хрень. И здесь. Второй рубеж, да? Ну, раз уж я их прокачал. Зря, что ли, прокачивал? Думаю, не зря. Служу Альянсу. Готов служить. Служу Альянсу. Служи лучше. Выполнить приказ. Далеко стоишь. Укажите мне цель. Кого подстрелить? А-а-а, тут еще какой-то у нас лимит есть. Нормально. Не ожидал, кстати. Ну давай тогда последний рубеж здесь. Мне будет даже больнее, чем вам. Как-то. Погодите. Наоборот. Вуля! Вуля-ля! Поехали, ребята. Все. Догнул их всего лишь. Воет уже. Сатана. Где твоя голова вообще, а? Гнол. Спасибо за жизнь. Вот мой ответ, сука. На!
Не, когда они по прямой летят, это, конечно, херня. Их отстрелить нефиг делать. Просто тупо пали в центр, все. Но лучники мои с ними так себе справляются. А здесь вот как раз упор-то и на... На этих самых. Будет немного больно. На летающих. Но не всегда. Не ожидали, ребят, что я умею на третьей скорости стрелять, а? Ну, по этим хер так попадешь, конечно. Слушай, их прям много. В этот раз. Не здорово будет, если переклеят всех моих лучечников. Может быть, кстати, именно они тогда и переклеяли. Эти пузыри еще попадают в камеру, не круто. Но может быть, именно они и переклеяли всех. Че, на косых стенах не ставится? Да ты гонишь. Ладно, тогда пофигу, я так справлюсь. Тут у нас новая отделка. Поставил и забыл. Да. Новая отделка, это имеется в виду, отделаем так, что... Мало не покажется. Вот это я уже понимаю. Даже сцены из «Властелина колец» вспоминаются кое-какие. А вот это, с этим очень удобно. С этим дядькой очень удобно. Тогда в голову вроде не так хорошо попадаем. Как хотелось бы. И импы полезли. Не знаю, так и тянет просто их импами назвать. Пузыри, блин, серьезно? Не, справились на ура, но... Мне кажется, какая-то не такая тактика здесь должна была быть. Но ладно. Угу. Опять-таки, насчет улучшений не уверен. Ни в чем. Поэтому просто идем дальше. О, а я помню, что сера... Ну, это лава. Мне вроде как нравилась. И вроде бы она была хороша. Итак, что же я узнал? Орки, огры и гнолы воюют вместе. У меня в башке звучит жуткий голос, и я не могу связаться с другими магами. Все это плохо. С большой П и большой Л. А еще О-Ха и О в придачу. Так, хорошо. А что, у нас одна дверь только вот эта? Нет, у нас не одна дверь, да? У нас две двери. Но я думаю, планировать защиту мы будем от сель. Отсели, досели. Можно, в принципе. Я так понимаю, летающих здесь не планируется. Можно сделать упор на себя. Но будет жесть. А, плевать. Давай так, давай так. Нет, наверное, это будет на четверке все-таки. Удобнее мне так будет. А, вот это да, это да, это нет, это точно нет, это точно нет, это может быть, но не факт, это, наверное, но хрен его знает, это да, это да. Это да, это вот это, кстати, вот это, вот это, вот это. Если я буду упор на себя делать, да? Если я буду... Тут, сука, широко, мать его. Очень-очень широко. А, то есть лучников я туда могу поставить? А вот это я не учел. Тогда ладно. Тогда будет. Будет и место. Но все-таки упор на себя. На огненный арбалет и на стоимость заклинаний. А ты не промах. А я не знаю. Мы это сейчас выясним. Давай сначала тебя, потом я ты это сделаю. Ты не пожалеешь. Понеслась?
Ага. Хорошо. А гнолы там пошли, нет? А вроде нету. Здесь даже удобнее будет их мочить. Че я там начал-то? Вернее, страдать. В принципе, на хитшотах можно жить. Где мне восполнение магии ставить, я вот не знаю даже. Тотемчик, и как он вообще лепится, и куда он лепится? Я даже не посмотрел этого. Вот так, да? Давай. Возможен летальный исход. Маг-херомаг, да? В целом. Я хочу посмотреть, насколько быстро она пополняет. Отлично пополняет, кстати. Оно выполняет прямо отлично. А если стоять здесь? Ему еще самому надо время, чтобы выполниться. Понял. Не ожидал такого поворота событий, кстати, но... Ладно. Согласен, была бы имба. То есть можно, в принципе, наставить кучу их. А сколько долго оно восполняется? Надо... прокачивать эту штуку. Огонь. Да. Счастливый охот. Кстати, а я не видел посох. Я так понимаю, отсюда сейчас пойду, да? Насколько долго оно? Долго заряжается. Ладно. Давайте отсюда, что ли? Нет, рано. Ладно. Может, и не рано. Совершенно другой раз... нос получается. А как активировать? И что я сейчас активировал? А, все, она одноразовая, да? Не осталось еще одна. Ладно. Не, она, наверное, восстановится, когда будет там перезарядка уровня. Ну, когда передышка, типа, небольшая. Ребята, вы заколебали. Сука! Лучше даже под ноги их херачить им. Лучше срабатывает, мне кажется, так. Вот, сука, не восстановилась. Обидно, обидно. Но все, теперь здесь прорываются. Мне надо что-то думать. Мне надо что-то думать. Ну, во-первых, что тут думать? Вот эту штуку надо делать. Убей их всех. Во-вторых, а куда ведет этот портал? А то у меня с порталом я вообще не дружу. Серьезно? А нахрена мне понадобится вниз? Лучше бы на середину куда-то. Ладно, нечего бомбить. Кстати, вот этот арбалет я так и не попробовал. Ну, не арбалет, конечно. Но все-таки. Я думаю, будем классику врубать. Только давайте теперь горячительную классику.
врубать. Понарошку. Да, понарошку так. Опасная вещь. Я надеюсь. Теперь здесь, ребят. Магию я нигде не поставил, но я думаю, она мне не так важна. Одноразовая, к ней бегать, когда она зарядится, это такое. Они не выживают. И эта моя херня быстро перезаряжается, да? Отлично. Эй! Эй! Что творит, а? Если жонглировать оружием... Отличная штука, слушай. Вот это отличная штука. Вы у меня, суки, здесь все сгорите. Нахрена мне магия, если я и так себе ее неплохо пополняю. Сам. Каким плотным строем херачить там, да? А, щиты спасают, да? Но не всегда. О, вот этого дядьку, конечно, надо будет сейчас морозить. А можно заморозить его на огне, а? Да какая разница? Отлично. Не, знаешь... Скажем так, когда берешь все в свои руки, это, во-первых, не для каждой миссии подойдет, но это так круто. Прям чувствую, что реально сам справляешься. Меня очень обрадует, если они рано или поздно полетят, конечно. Я имею в виду этими своими импами и всей остальной хероборой. Ну и хер с ним. Такс. Мне очень нравится, как они здесь горят. И я думаю, надо начинать ставить здесь это горение. Или рано еще. Фиг поймешь. Отлично, этих арбалетчиков просто на ура просто. Посмотри, посмотри, пачками. Ой, извини. Эй, 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 ребят. А? Пока он добежит, я его уже расстреляю наполовину. Стоять! Стоять! Ну ты хитрожопый. А, вот в этом смысле, да? Они меня почти убили, да? Самое время было бы ставить вторую линию обороны, но ладно, Саша решил этого не делать пока что. Самое то было бы, конечно, ту пушку опробовать, но, блин, я справляюсь и так же. Ну ладно. Давай попробуем. На, ей надо переноровиться, а не настолько она скорострельная. Здорово. Как мне кажется, ну неплохая. Неплохая, но... Не думаю, что я буду делать на нее акцент. Не думаю. Такс, ну, огня тут до хрена. Это надо сделать до хрена огня здесь. Потому что этот огонь... Это прямо тема. Прямо вещь. Хорошая. Слишком много ловушек. Нет. Думаю, нет. Однозначно много ловушек, слишком много ловушек. Может остаться шрамик. В принципе, не бывает. Не может быть много огня, не может быть много ловушек и не может быть много манны. Ага, ребят. Ну я могу и так. Пока что.
Пока вас немного, да? Как хорошо, когда они стоят, а? Просто прелесть. Есть. Нормально. И это мы еще не начали добираться до второй линии обороны, да? Хорошо. Как же здорово они горят. Да, 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 да. А где еще монетка? Из одного не выпало? А, вот здесь. Я думаю, не стоит размениваться по мелочам. Будем продолжать. Конопатить. Эти со щитами, конечно, подонки редкие. А те, которые с арбалетами, так вообще... Сейчас дело дойдет, конечно же, до второй линии обороны, но... До этого еще надо, чтобы дошло. Ой, блин! Нет, 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 только не убивай! Сука! Хорошо, оглушает. И вроде не всегда. Но когда оглушает, то хорошо это делает. Меч не подходит для мозгов. Это... Даже обидно, если честно. Схера ли это? Мой меч не подходит для твоих мозгов, а? Твою мать. У меня еще вторая балка осталась. Первая не восстановилась, ну и ладно. Отличная комбо. Отличная комбо, ребята. Только успевай оружие менять. Вашу мать! Это уже просто арбалетное безумие какое-то. Бум, 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 ребята, бум. Кто-то проскочил? Кто-то проскочил. Бум, 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 есть. Это было отличное снятие огров просто на ура. Найс, ребят. Девятая волна. Я думаю, что так прете-то? Хорошо. Прям стараетесь, да? Все, огры пошли. Подожди. А что так мало огров-то пошло, а? Блин. Неожиданно. Подожди. Главное им вовремя колдовать вот этот вот постоямбус. Все хорошо. Здесь еще что ли добавить, а? Это вот, вот тут. И здесь. Ребятки, ну давайте. Небольшой сюрпризик я поставил, так что можно давать. Хотя сейчас чувствую балку эту задействую, если будет столько же агров. Если я, конечно, замечу это дерьмо. А то я его не всегда замечаю. Они меня застали врасплох. Да, уже идут огры, да? Причем пачкой, да? Пачечкой. Вот здесь вот их идеально в головы, конечно, косить. Я надеюсь, эта тварь не прошла маленькая. Хорошо, поймал. От суши подсмеюсь.
Вроде никто не проходит. Блин, не та. Извини, кнопка. Ты хочешь просто так? На сухую? Тяжко! По твоей качающейся башке подать-то. Просто идеально. В одно лицо вынес всех. Загасил, замочил, разметал. Но 4... Что, серьезно? Это потому что я снес одну из балок? Или здесь было изначально 40? Почему я сомневаюсь, что было изначально 40? Я не знаю, так и не понял, почему. Они хоть бы объяснили, ну ладно. Хер поймешь. Качающаяся булава. Я помню, хороша, хороша чертовка. Только хер где поставишь. Да. Ну и? Где это я? Ага, библиотека. На протяжении 10 000 лет Альянс собирал мудрость наших самых блестящих умов. А если перекрыть так, один? Для меня тут ничего полезного нет. Они пойдут во второй? Или те, которые должны были идти в один, они всегда идут в один и тот же, да? А хз. Ладно. Ну, я думаю, стоит тут юзать качающуюся булаву, что ли? Да. Она, сука, дорогая. Она, сука, дорогая. Не, че это я убрал? Пускай будет. А, вот эту штуку, наверное. Нет. Нет. Вот это. Вот это надо было бы подапгрейдить, но ладно. Окей. Хранительница, да? Давай сталь. Пора впустить сюда тьму, дружок. Пора. Иди, может, еще увидимся. Но у меня денег на одну качающуюся булаву, которую можно поставить. О-о-о! Что-то коротковато. Не всюду воткнешь. Но здесь можно будет воткнуть, и здесь. Ну, давай здесь сперва. Кто хочет поживиться? Не факт, что это хороший вариант, но... Твою мать, ты что, издеваешься? Можно не качать по мне? Или она качается вне зависимости от того, идет кто-то, не идет. Похеруй абсолютно. Качаюсь, когда хочу, да? Так и есть. Арбалетчиков я зря, конечно, сюда взял. Точнее, лучников. Ни хрена они здесь не пригодятся. Я в этом уверен. Почему там было всего 4 звезды, 4 черепа? Я же сделал, там все идеально. Там же 30-ка была. Все еще здесь, да, ребята? А знаешь, не улучшенная эта штука даже лучше вроде как. Лед. Хоть она и не разносит. Хотя не факт. Не факт. Ну, сейчас попробуем это качающее дерьмо. А, понятно. Ну? Пусти меня. Тысячу выстрелов в секунду. Что-то я в ней разочаровываться начал. Здесь мне надо много огня, да? Они сейчас прорвутся тут. Прорвались. Ёперный твою мать театр. А, нормально. Не настолько он крут, как мне показалось сперва, да?
Не знаю, что это, но мне неприятно, что вы сюда пришли, ребят. Ты же меня расстроило это качающееся дерьмо, а? Оно меня разочаровало. А что это такое? А что это такое? Вот это вот это такое? А что это? А? Поусиливается огонь здесь, что ли? От этого может остаться шрамик. З. Я думаю, уберем мы это качающееся дерьмо или... Ладно, похер. Давай. Работаем. Иногда детей нужно наказывать. Ага. Частный голос в башке, по-прежнему красный. Оно так мешает, я не могу передать. Казалось бы, что такого, но так мешает. Честное слово. Да ничего он не потерял пока что. Может, здесь то? Может, здесь стоило мне самому как-то разбираться? Yes! Снял на последних мгновениях. Мне что-то нужно как-то переделываться, перестраиваться, но я пока не хочу, да? Зря это делаю. Там уже поперли, да? И подгорели. Надо было это с самого начала делать вместо этой гребаной качающейся хероты. Смотри, как просто. Совершенно другой разговор же, а? Куда ты пошел, а? Ё-моё! Тут прям целая чехарда их. Ага, хер мы там проиграем. А, больше надо, больше огня. Больше огня. Больше огня, причем с этими самыми. Разбросом, чтобы они горели постоянно. Так, немножко жизни, да? Чуть-чуть. Все? С той стороны так мало? Мне бы от мелочи защититься, потому что в следующий раз я буду так много, что я не успею, да? Ой, эти качающиеся булавы, блин, может поставить, а может быть не надо. Нахер надо, да? Чё-то я не уверен в них, вообще, блин, они... Какая-то херня они. Честное слово. Вот эта штука работает. Иногда я даже жалею орков. Ну, понарошку. Не, давай пораньше как-то. Здесь. Ну не пройдет же он тут. Давай попробуем. Сука, я сам отдуваюсь за все говно. Плохо, да, здесь? Ладно, пошли. Вот, блин, ну конечно. А с той стороны такие же, да? Я почти уверен, что да. Нет. Мелочь. Я так и знал, что это наша самая слабая точка.
Я это так и знал. И мне надо там срочно поставить антигопницкую заслонку. Там лучники, да? Ну ничего, потерпим. Будут палить спину, но что поделаешь? Они просто горят. Очень неплохо. Единственное, что не горит, как я понимаю, это говно, которое вот только что я здесь отстреливал. Здоровенное такое. Я так понимаю, что оно там не горит. Но не факт. Не факт. Может и горит. Что бы я делал без этого огня? Надо его улучшать срочно. Серьезно, срочно, после этой же миссии. Улучшать. Один раз я увидел, когда висящее, летающее говно сработало. Один, сука, раз. Только раз. А это уже 9-я волна, кстати. Ладно. Пофигу. Серьезно? Мило. Спину стреляем, да, ребят? А, все? В целом? Пока? Справляюсь. Но это пока. А, вы даже перед финалочкой мне даете возможность подумать, да? Ну хер, я поставлю здесь еще эти гребаные хреновины. Нахер их. Лучше я вот так сделаю. Это же для ваших мордашек. Фак. А что там еще можно было хранительниц заваять? А, ну на то, что я использую, особо-то не повлияет. Это все? Это, к сожалению, тетя, это все, блин, что мне есть на данном этапе. Да сука конченая, еще и перебивает. А, ну все, понятно. Его бы здесь остановить, да, но это ж Саша подумал жопой потом. Хер вот тут остановишь, конечно. Хотелось бы, но не в моготу. А ты издеваешься. Так, и где мы? Что мы? Идеально, я просто сработал, я считаю, идеально. Несмотря на эту висящую хреновню. Зачем она здесь висит, непонятно. А здесь 5 звезд. Почему? Там что, было 40 человек, что ли? Да не может этого быть. Скорее всего, из-за того, что я воспользовался, типа, последним шансом. Потому что это коловрат этот намотал там всех буквально, уничтожил. Если бы еще одним воспользовался, то вообще было бы не 4 звезды, а 3. Купить улучшение. Что тут можно купить? Ущерб от серной ловушки действует дольше. Это зашибись. Дайте 2. А это что такое? Колодец содержит больше маны. Ну, может быть, не на одно, не на один раз. Ну, не знаю. В принципе, в целом, я считаю, последние несколько уровней, даже вот этот, за исключением того косяка, это прям 5 уровней мы сделали на ура. Просто. Кстати, да, тут осталось не так-то и много, в принципе. Но поддержи это видео лайком, если тебе понравилось. Напиши в комментариях, что ты хотел бы, какие больше упор на какие ловушки увидеть. Вот, а также, какие уровни понравились больше всего, можно повторить, но в ином сеттинге, другим способом, такое дело. В общем, ты знаешь, что делать, если тебе реально понравилось. Любое взаимодействие дает мне понять, что нужно скорее выпустить продолжение. Огромное, душевное спасибо всем спонсорам канала за всеобъемлющую поддержку сегодняшнего поголовья орков, которое было уничтожено. Кстати, мы уничтожили примерно вдвое больше...
Хотя нет, нет, нет. Стало вдвое больше, поэтому да, мы уничтожили столько же, сколько и в прошлый раз. Большое спасибо за компанию и... Бо-бой!